сказать, что в 2013 году по сравнению с 2012 году произошел рост как количество дорожно-транспортных происшествий, было 33 в 2012 году. Раненых также с 51 до 63, и количество погибших увеличилось с 1 до 3. При этом в 2013 году на территории Костомукского городского округа произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили ранения 6 несовершеннолетних. В 2012 году в 4 ДТП пострадали 4 несовершеннолетних. Так, основным видом дорожно-транспортных происшествий в 2013 году на территории округа стало столкновение транспортных средств. Всего зарегистрировано 18 столкновений, в которых получили ранения 38 человек и 1 человек погиб. В результате съездов в кювет с дороги погибли 2 человека, получили ранения 13 человек, таких ДТП было 2. Зарегистрировано 7 наездов на пешеходов, в которых получили ранения 7 человек. В результате 2 наездов на велосипедистов получили ранения 2 человека. По вине нетрезвых водителей в 2013 году зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 человека и получили ранения 10 человек. В 2012 году таких ДТП было 5 погибших. В результате ДТП по вине нетрезвых водителей не было, ранения получили 13 человек. По причине несоответствия скорости дорожного движения зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 человека и получили ранения 18 человек. На территории города зафиксирован рост дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, с 1 до 5. Основными нарушениями правил дорожного движения, которые наиболее часто явились причиной возникновения ДТП в 2013 году, стали следующие. Это управление транспортным средством в состоянии опьянения, но сюда же можно включить и уклонение от медицинского освидетельствования. То есть таких водителей было выявлено всего 303 человека, управляющих транспортным средством с признаками алкогольного опьянения и с установленным алкогольным опьянением. Тогда как в 2012 году таких водителей было выявлено 320. Небольшое снижение произошло. Выявлено в 2013 году 145 водителей, которые управляли транспортным средством без водительского удостоверения. В 2012 году было их больше, 186. За превышение скорости привлечено к ответственности именно инспекторами ДПС 858 человек. И около 1200 правонарушений, связанных с превышением скорости, было выявлено с использованием приборов автоматической фотофиксации, которые установлены на территории города. В прошлом году, в 2012 уже году, получается, нарушение скоростного движения было выявлено 1742. В 2013 году было выявлено 1328 нарушений правил дорожного движения пешеходами, что немного больше, чем в 2012 году, на 2%. 1305 там было выявлено в 2012 году. Таких нарушений, как непредоставление преимущества пешеходам, стало меньше. Снизилось количество выявленных таких правонарушений со 162 до 117. И незначительно сократилось нарушение правил дорожного движения, выявленных, связанных с выездом на полосу встречного движения, нарушение правил. 45 таких правонарушений выявлено, было 48.